Кубанские пряники, кофейные наборы и конфеты – все это подарки для врачей Химкинской областной больницы. На несколько минут медики покинули свой пост в красной зоне, где лечат около 300 больных коронавирусной инфекцией, чтобы услышать слова поддержки. От лица медицинских работников Химкинской областной больницы хочу сказать вам огромное спасибо за вашу помощь, за вашу поддержку, за ваше неравнодушие, за то, что вы даете уверенность в понимании, что мы не одни. Да, 2 года мы уже находимся вот на этом нелегком посту, и ни на минуту мы не оставались одни. Слова благодарности и поддержки химкинским врачам выразили члены «Молодой гвардии», депутаты Совета депутатов округа и Московской областной думы. Мы всегда их поддерживали, будем поддерживать, потому что что мы без них можем. Но слава богу, что они у нас есть, героические люди. Я считаю, что они сегодня все герои. Вот, поэтому низкий поклон и большое спасибо. Подобные акции в помощь медикам проходят в Химках регулярно с начала пандемии. Волонтеры привозят в больницы средства индивидуальной защиты, питьевую воду, горячие обеды и сладкие подарки.